Всем привет! Продолжаем рисовать флаги стран мира. Сегодня мы нарисуем флаг Республики Грузия. Давайте приступим. Так, возьмем темный маркер и нарисуем флагшток. Потом нарисуем вот такой прямоугольник. Не обязательно ровный. И дальше мы будем рисовать вот такой вот крестик будет посередине, и здесь такие маленькие крестики. Так, давайте для начала найдем наши середины. Пускай будет вот здесь и где-то вот здесь. Отлично. Теперь мы нарисуем еще по две черточки. Рисуем все на глаз, так что у нас может быть немного неровно. И потом мы рисуем наш крестик вот так вот. Столица этого государства – город Тбилиси. Там очень вкусная еда, ну вообще в республике. Напитки. Хорошо, давайте будем закрашивать. Так, этот крестик у нас будет красного цвета. Давайте сначала его закрасим. И потом уже приступим к рисованию маленьких крестиков. Я думаю, мы их нарисуем фломастером и сразу же закрасим. Вот так. Государство находится на побережье Черного моря. Климат очень хороший, везде горы, природа очень красивая. Вот так вот. Вот так. Вот такой у нас получился крестик, и теперь в каждом вот этом квадратике мы нарисуем по еще одному крестику. Для начала нарисуем их вот так, и потом сделаем их просто потолще. Вот так вот. Вот такие пускай будут. Давайте я их просто утолщу. Вот так. Здесь еще. И вот так вот тоже. Вот здесь. Вот тоже такой у нас получается последний крестик. Отлично. Вот такой получился у нас флаг Республики Грузия. Всем спасибо. Ждите новых флажков. Пока-пока.